Утро доброе. Вести Карачаево-Черкесия с вами. Сегодня 7 октября. В этом месяце деревья особенно красивы. Принимают разные краски и начинают сбрасывать листву. Дни становятся короче, в воздухе пахнет прохладой, но это утром. А что будет днем, узнаем из свода гидрометцентра, но чуть позже. Жизнь длиною в эпоху. Героиня нашего следующего сюжета – Зугат Подашева. Уроженка села Азиюка Хабетского района из числа тех редких людей, кому выпадает уникальная возможность прожить больше века, став, по сути, свидетелем и участником целой исторической эпохи. К своему возрасту она относится с уважением и охотно делится секретами долголетия. С почетным старцем встретилась Фатима Даурова. В день пожилых людей ученики из Аюковской школы вместе с наставниками пришли в гости к самой возрастной и почетной жительнице аула Зугат Баташевой. В этом году ей исполнилось целых 107 лет. Наша героиня – ровесница Великой Октябрьской революции. И дети с интересом слушали воспоминания ветерана о жизни и юности, пришедшейся на годы военного лихолетия, коллективизации и амбициозных пятилеток страны Советов. Ясное сознание и правильная речь Зугат удивляет молодых ребят и заставляет задуматься о важных жизненных вопросах и вспомнить моменты, связанные с личным. Эта бабушка, она выглядит очень хорошо. Вот посмотрев на нее, вообще не скажешь, что ей 107. Она такая красивая, хрупкая. С малых лет она трудилась на колхозных полях наравне со взрослыми. На просторах этих же полей она возмужала и становилась полноценным работником, который всю жизнь посвятил сельскому хозяйству. После ухода мужчин на войну все трудности тыловой жизни легли на плечи женщин, стариков и детей. Зугат Баташева не стала исключением. Но испытания, выпавшие на долю женщины, укрепили ее дух. Она не любит жаловаться на жизнь, а благодарит Всевышнего за свою судьбу и светлую старость в окружении родных и близких. А на вопрос ребят, в чем же заключается смысл жизни, мудрая бабушка ответила. Любовь к ближнему. Я очень люблю людей. До сих пор тянусь к обществу хороших. Всевышний дал мне возможность прожить долгую и красивую жизнь, насыщенную разными событиями. Вкус им придавали именно те люди, которые своим теплом, добротой наполняли меня, поддерживали в трудные минуты. И в радости, и в горе. Они всегда были рядом. Мои родные, моя семья, мои соседи и односельчане. Любите и уважайте друг друга. Вот что самое главное в жизни. 7 лет назад столетний юбилей Зугат Баташевой дружно отметили все жители аула Зиюка, и мы были свидетелями праздничного события. Пожелания кавказского долголетия, крепкого здоровья и бодрости духа, прозвучавшие из уст поздравляющих, воплотились в реальность. Ведь когда слова исходят от чистого сердца со светлыми намерениями, по-другому и быть не может. А сегодня кадры черно-белых фотографий семейного альбома уносят нас во времена юности Зугат Баташевой. Оттуда на нас смотрит молодая, красивая девушка, полная надежд на будущее. Впереди у нее вся жизнь. Жизнь длиною больше века. Фатима Даурова, Мумина Тишерова, Ренат Муков, Вести, Карачаево-Черкесия. Через несколько минут в эфир выйдет информационный выпуск на ногайском языке. Я с вами прощаюсь. Смотрите прогноз погоды и хорошего дня. В Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков. Ветер южной четверти 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11. В горах местами плюс 1, плюс 6. Днем плюс 23, плюс 28. В горах местами плюс 15, плюс 20 градусов. Черкесске без существенных осадков. Ветер южной четверти 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 10. Днем плюс 25, плюс 27 градусов.